я приветствую эту неделю карьеры. И мы сами многому будем учиться на этом опыте. Создаются эти возможности. Как они будут использованы, зависит и от нас, и от студентов. Надо сказать, что в РАУ трудоустроиться, особенно тем, кто очень активен и хорошо учится, гораздо удобнее, чем тем, кто, например, просто учился сам для себя. Например, у нас в институте очень много выпускников нашего института работают в администрации, в лабораториях и везде. А что касается вот как раз того, где надо бы поискать, мне кажется, надо рисковать. Молодые должны искать места за пределами университета. Это всегда интересно, это всегда вызов.